Город! Это наш город! Это наш город! Наши подписи настоящие, но у нас есть поддержка москвичей, что очевидно, что люди выходят, даже не боясь массовых задержаний. Они выходят, даже несмотря на то, что власть включила все репрессивные механизмы. Показать, что все эти аресты, все эти ночные обыски у кандидата, все эти задержания студентов и задержания в СИЗО, они не работают. Общество все равно не отступит. Мы все равно сильнее, потому что мы москвичи, мы не приезжие, и мы будем добиваться соблюдения наших прав дальше. Люди видят, что выборы фальсифицируются. Это происходит очень давно, систематически. Это терпеть невозможно.